Всем привет! Ну что, я снова с вами после очередного бана на Ютубе. Надеюсь, этот бан будет последним, и он мне не помешает в этот раз высказать свое мнение по поводу новой японской ПТСАУ 10 уровня. Но прежде чем начать, я вас всех попрошу подписаться на мой новый YouTube канал, который создан на всякий случай. Потому что этот канал с легкостью могут забанить уже навсегда. И если его заблокируют, то, собственно, стримов здесь уже не будет. Они будут на другом канале, на который нужно подписаться. Поэтому, пацаны, я вас прошу, ссылка в описании. Подписываемся. Ну что, оправдались ли ожидания об этом танке, который я выдавал в момент первого обзора после игры на общем тесте? Да, все то же самое, что я сказал и тогда. ПТХ лютая, просто лютая, реально, у нее орудие невероятно бомбовое, офигенная подвижность. И есть какая-никакая броня. Но с одной оговорочкой. Танк все-таки скиллозависимый. На нем даже мне, ну, так сложновато играть. Он не для всех ситуаций в бою подходит, как некие другие ПТСАУ. И поэтому, скорее всего, какого-то супер большого восторга у целевой аудитории, которая играет на красную, на желтую, на зеленую статистику, эта ПТХ не соберет. Это ПТшка чисто для псевдочей, для статистов, которые, ну, хоть что-то соображают. Потому что приехать в упор на ней сложно, потому что все-таки ее шьют практически каждым выстрелом голдой. У нее супер, просто супер-супер слабые борта, катки, во лбу двигатель, баки. Ну, меня поджигали в лоб буквально там за 10 боев раза два. Машина сложная по параметрам игры, на ней сложно втиснуться в тот или иной рельеф, в тот или иной переулок, потому что карты коридорные, союзники толпятся, тебе мешают. В общем, ложка дегтя в этой ПТХе есть, но все-таки, если поговорить о хорошем, господи, какое тут охуенное орудие, не побоюсь этого слова. Это просто кайф. Еще добавить подвижность, которая есть у этой ПТХи, ну и добавить броню, ладно, которая маломальски танкует. Это великолепно, чуваки, это великолепно. Я думаю, что это сильнейшая ПТшка на данный момент в игре. Она адаптирована просто идеально под текущую игру. Она очень быстрая, просто сногсшибательное орудие с огромной альфой, с небольшой перезарядкой, с пробитием, со сведением, с точностью. И броня есть, которая, ну, хоть что-то-то танкует. В итоге она как бы сбалансирована в том смысле, что у нее очень много по части орудия и есть чуть-чуть брони. Чуть-чуть брони есть, что достаточно, что в пределах нормы. И за счет этого она аккумулирует в себе танк прорыва, ПТ-шку прорыва, которая едет, дает всем в рот, как бы сама получает, да, но при этом намного больше дает, чем получает. И за счет этого на ней результаты будут очень и очень высоки. Но в любом случае посмотрим, что будет дальше. Сколько этих ПТ-шек будет в рандоме через месяц, тоже я бы хотел это узнать. Потому что, ну, моя гипотеза такова: их супер много не будет. Посмотрим, прав я или нет. Как-то так. Пишите свое мнение по поводу этой ПТ, что вы думаете. Ставьте обязательно лайки, ваши лайки сейчас супер важны, так как у меня в очередной раз теневой бан на ютубе из-за страйка. Ну и большая просьба, пожалуйста, подпишитесь на мой новый ютуб канал, который создан на всякий случай, потому что есть риск получить бан на вот этом текущем канале навсегда. Чтобы вы не пропускали мои стримы, пожалуйста, подпишитесь на дополнительный ютуб канал.